бюджет начинает исполняться, да? Принят в первом чтении закон, на который пойдут 300 миллионов рублей. Кроме того, ряд социальных проектов, которые определяют, вернее, внесены изменения в программу развития, да, развития социальной поддержки населения в Красноярском крае, то есть ряд полномочий, переданных органам местного самоуправления, отменен. Депутаты очень настроены по-деловому решать все вопросы. И сегодня не случайно, значит, актуальные вопросы, как никогда, наверное, касающиеся и организации, и учреждений, и непосредственно людей. Поэтому и касаются вопросы здравоохранения, и культуры, и, значит, спорта. В общем-то, в основном социальный вопрос. Будем слушать двух министров о работе, отчет, поэтому это очень важно. Депутаты настроены по-деловому задать вопросы, в основном о недостатках. То, что хорошо, это хорошо. А нас сегодня интересуют те проблемы, которые имеются в каждой сфере. Ну, я хочу сказать, что нам необходимо уделить особое внимание тем учебным заведениям, которые региональные. Мы знаем, что очень много сократили учебных заведений СПТУ, ПТУ. И я считаю, это в какой-то степени это ошибка. Почему? Потому что в основном категория людей, обучаемых в этих учебных заведениях, это сельчане. Это люди, которые от земли, крестьяне. Очень много было уделено внимания, почти 2 часа по сельскому хозяйству. Сегодня мы заслушали вопрос по северам. Проблемы есть и в сельском хозяйстве. Идет сокращение поголовья дойного стада почти на 1000, на 2000. Сегодня очень много вопросов по северам. То есть мы сегодня имеем на территории Красноярского края продукцию оленеводства, но жители города Красноярска не в состоянии пользоваться именно продуктами оленеводства. Поэтому тоже стоит вопрос. Стоит вопрос о развитии малой авиации. Вопрос стоит завоза по водному транспорту. Это из 10 наших суднов осталось всего 2. Это тоже проблемы. Поэтому проблемы интернета, проблемы телефонной связи. Потому что мы понимаем, что есть рыболовы, есть охотники, которые тоже хотели бы слушать, тоже радио УКВ, маяк. Поэтому есть проблемы, на которые сегодня ответил зампредседателя правительства Захаринский Юрий Николаевич. Программа по строительству малоэтажных домов в поселках Крайнего Севера, она уже есть, Министерство строительства его предоставило, но пока в бюджет не вложено, поэтому все-таки мы думаем, что эту проблему необходимо сдвигать с места, потому что очередь уже до 2000 доходит тех людей, которые желают переселиться, в том числе необходимо там светхожилья переселиться, они, может, не хотят переезжать своих поселков, они хотят остаться у себя, заниматься тем же образом жизни коренных народов, как они всегда занимались, поэтому много проблем сейчас у севера есть.